Всем привет, господа! Всем здорово! Сегодня у меня для вас будет эпичный потный бой с неожиданной концовкой. К слову, он будет полезен для тех, кто задает себе часто вопросы, а стоит ли покупать приемные магии 8 уровня Ки, которые с торпедами. Потому что как раз бой будет проходить именно на этом линкоре. Приятного вам просмотра и подписывайтесь! Раз ты мне разрешаешь, спасибо за то, что разрешил. Все, иди гуляй. Какой же чел душный. Ладно, бы высказал свое мнение и все. Ну, то есть мы бы его обсудили и закончили. Не, чел надо, чтобы я прочитал, чтобы я там вдумался, в что я сказал, в что он мне сказал. Форточку открой, братан, душно. У Флинта мощная молитва. Прям как в героях третьих, это, знаете. Экспертная молитва. Прокачал там эту магию воды. Я пока стрелять не хочу. Потому что мог синоп еще кинуть, потом еще могла норка. Ты так и пойдешь вперед, да? Ясно. Ну, удачи тебе. Дякую, Андрій, що прадив ти лінкором ближче до центру, щоб прострілювати два фланги. Середуха виросла майже в два рази. Я ж кажу. Це дуже вдала позиція. Так, що там сіно б'є? О, блядь, я смотриш. Слушай, я притормозил ще от твоєго залпа, а так? Ну, ти мені, конечно, дал теж чуть-чуть. Я не знаю. Я бы так на синопе не поехал. Я бы побоялся торпед. Не от меня, конечно же, но от кого-то побоялся бы торпед. Ну, парень. Ладно, ладно. Азамат, классный вопрос. Пожалуй, отвечать на него тебе не буду. Вопрос слишком крутой, чтобы на него ответить. Слушай, а у тебя картонный носик, синоп. Смотри-ка, картонный, 11 тысяч зашло. Получается, я прав. Да, мужики, все поголовно качайте республику в ПМК, будете нагибать. Он заворачивает на мои торпедки. Не сильно-то и больно. The enemy has overtaken us. We must not fail. В смысле 90 хп? Умри! Ой, тут Венгард приперся. Че ты приперся сюда? А, у нас здесь вообще фланг отсосал весь поголовно, да? Но синопчик не в состоянии меня протранить. Не выйдет. Да гуляй с своими цеделями. Размечтался, ё-моё. Фридрих, это семерка. У него торпеды уже есть. Ну, получается, дуэль на торпедах. Потому что мини-варик туда идти. Бля, как же... Как же плохо, что я заранее не прицелился по Флинту. Вот, прицелился. Это очень хорошо, что я его убил. Потому что сейчас бы он ссал бы мне в лицо, я бы просто терпел. У него вроде бы один веер, мужики, правда? Вроде бы один веер у чела. Блин, как же хорошо, что я отвернул. Я боялся, что он мне в борт выстрелит и боялся выходить на норку. Он не пошел сюда. Ну и ладно. Блин, там Венгар что-то вообще будет решать с этим, не? Devastating hit, говорите. Ну ладно. Допустим, devastating hit.
А что-то дальше? Я по Венгарду, под Венгарда подс... А, он меня не смотрит. Ну тогда кайф. Тогда еще поживем чуть-чуть. Раз не смотрит. А чего у меня так команда сосет? Я вот тоже не знаю, Шейк. Я тоже не знаю. Блин, неплохо залетает, кстати. А вот и норка приперлась. 10 секунд, 9, 8. Я вроде бы успеваю ему закинуть залп в борт. Жаль, не залетело. Тут надо сюда сворачивать. Тащить еще можно, но трудно. Чёрстик там уже откис. А жаль, кстати. Что за командир? На День независимости США будет выдаваться. Из того, что мы посчитали со зрителями. Надо посмотреть самолетиком, где там челы. Блин, кстати, вот это... Бля, не успел. Ладно, забей. Не успел и не успел. Вперед уже проезжать нет смысла никакого. На меня спикирует говно это. The enemy has overtaken us. We must not fail. Не должно быть у него ремки против моих этих, ну вы поняли, против моего ультра-мега сброса. Это в ремку влетело. Так, Кунилингус, ты там где? Серьезно, без отопления, да? Я подавил чела, а он без отопления словил херню. Понял, понял, почему бы и нет. А почему нет? Надеюсь, я вернусь этого торпед, да? Так, ПМК, ну не подведи, давай, одно попадание. Торпедкой вернулся, ладно. Ха. Какой же потный бой. Ну, потноватый бой, потноватый бой. Потненько. Дожить бы до хилки, кстати. Жри. Жри еще. Отлично. Я еще каким-то боком танкую это все, да? Обрадуй меня залпом, Ки. Обрадуешь? Ну там цитаделька, я в смысле. Обрадовал чуть-чуть. Ну совсем чуть-чуть. Вроде до хилки живем. Мне надо, чтобы Карачёла что-то сделал. Карачёла ничего пока не делает. Обрадуй еще раз, Ки. М? Спасибо тебе большое. А что, у тебя дальше Карачёла в борту. Венгард. Дальше только Карачёла в бортишке. Что, не понравилось, что не можешь добить, да? Я понимаю, понимаю, братан. Мне вот тоже не нравится, то, что я не добиваю кого-то. Блять, Вастерас уже тут приперся.
Тут либо так, либо никак. Repairs complete. Ну, я пытался все, что мог, сделал. Я все, что мог, все сделал в этом бою. Если не вытащим, то сори, но это не моя вина. Я пытался там как-то вот пердеть на победку. Два веера. У тебя следующий будет через минуту, да? То есть в 5:30 у тебя будет веер. 6 фрагов. А, у меня 6 фрагов, обалдеть. Ну тогда получается на канал залили видос. Ну, в смысле, этот бой. Получается так. Это, кстати, сомнительно, что ты можешь меня перестрелять на ГК, но, возможно, у тебя получится, кстати. Слушай, а слипается приятно. Приятно слипается. Бред. Everything is at stake. The enemy's victory draws near. Я просто сдам назад. Разлет царский. Спасибо за разлет. Спасибо за разлет. Может быть, я выше возьму, полетит куда надо? Не? Our time runs short. Бывает. Грустно. Боже, мужик даже не попал, не сбил захват. Даже захват не сбил. А еще в теории... Я так и знал, что он, скорее всего, не попадет. Да, прикол. Юшка могла бы бой вытащить вместе с эсминцем, но эсминец у нас какой-то глупый попался. Он почему-то, походу, пытается торпедами там кого-то убить. Это какая-то гребаная шутка, почему мужик... Не светился с этим залпом. Почему он выстрелил, но не засветился? Это какая-то шутейка, да, от разработчиков или что? Я правильно понимаю? Он выстрелил, не засветился, и сбил мне захват. Понял, ну круто, круто. До свидания. Enemy destroyer sunk. Ладно, захватывать базу я, конечно же, уже не буду, потому что... Ну, то есть здесь видно, что мы проигрываем, у них 800, у нас 400, и даже захват этой базы ничего не сделает. Так что я просто выйду и попробую свои 7000 хп там разменять на что-нибудь получше. Осталось 3 минуты до конца боя. Может быть, я Генриха допилю, кстати. Будет неплохо. А я еще и Баус захватил, прикинь. Давай за островом постою и популькаю по Генриху. Хороший бой, не ожидал, что бой будет таким бодрым. Давай, давай, доверни. Довернул. Ладно. Орики Кун, спасибо большое. Здравствуй, дорогой. Если бы этот смеец играл нормально, то есть не только откидывал торпедки, а еще и там подъезжал вперед немножко, дымился бы и стрелял бы по врагу, этот бой мы бы могли вытащить. Но чел просто максимально бездействовал. Он, походу, выкачал итальянские эсминцы и такой типа, а, эсминцы это те, которые торпедируют там кого-то позади. Но это нихера не так. Ну, если бы он немножечко там вкладов во фраги делал, то есть тем, что он дымился бы, он бы еще и отвлекал противника и рассасывал бы фокус вражеского огня.
А так, банально просто торпедки откидывают. Он еще и фуловый. 10 тысяч это очень много. Это очень-очень много. Что за разлет опять паршивый? Ну, посмотри, что за разлет. Ну, прям не улыбается мне игра. Сегодня очень не улыбается. Разлет отвратительный. Мне кажется, я еще даже не... Да, не долетит залп. Не долетит, он уже не успевает долететь. То есть я точку захватил на центре, да, Б. Я захватил эту точку. Втанковал максимально возможное количество урона. Ну, о чем вообще речь? У меня больше, блядь, опыта, чем у, выигравшей команды. Что вы делали, мужики? Ну что, ну насколько же это обидно, такой бой просрать? Фу! Просто фу! Но бой, конечно, бодрый. Вот тем, что 2000 опыта я заработал, и у меня опыта больше, чем у выигравшей команды, бой классный. Но представьте, если бы моя команда всего лишь на 10% сильнее играла бы. Мы бы вытащили. Просто охреневаю. Ну ладно, мужики, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо, что смотрели. Хороший бой на Ки.